сестры, помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и жизнь и вся исполняя из сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселися мны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, всечестные отцы, ребята, их родители и наставники. Сегодня, в последние дни уходящего года, в преддверии долгожданного праздника Рождества Христова, мы собрались здесь, чтобы вместе открыть рождественскую благотворительную выставку-ярмарку «Свет Христова Рождества». На ярмарке представлен широкий ассортимент декоративной и подарочной продукции ручной работы. Все собранные средства будут направлены на благоустройство воскресной школы. Для участия в ярмарке откликнулись многие и многие жители Тихорецкого района, взрослые дети, люди разного возраста и профессий. На выставке представлены работы учащихся практически всех образовательных учреждений Тихорецкого района, школ и детских садов. В помощь ярмарке в районе был проведен благотворительный конкурс «Рождественская поделка», организовала которую Управление образования и методист Центра развития образования Багаева Людмила Дмитриевна. Также среди активных участников образцовый кружок декоративно-прикладного искусства «Ажур» городского дома культуры, руководитель Строителева Раиса Петровна. Также коллективы клуба имени Меньшикова, школы-интерната слабослышащих, учащиеся воскресной школы и их родители, а также прихожане Свято-Успенского храма. Заканчивается календарный год, и это время, когда принято подводить определенные итоги. И сегодня мы хотели бы выразить благодарность всем тем, кто принимал активное участие в жизни нашего прихода. Не для того, чтобы потешить чью-то гордыню, нет. Священное Писание учит нас: за все благодарите Бога. Но ведь Господь действует через людей. И прославляя Бога за Его милость к нам в прошедшем году, мы выражаем благодарность тем, кто явился проводниками Его милости. Но начать нашу встречу хотелось бы с рассказа о тех, кто стоял у истоков благотворительности на Руси, и тех, кто продолжает это богоугодное дело сегодня. И слово предоставляется учащимся 9 Б-класса гимназии номер 6 города Тихорецка, руководитель Процанова Ольга Павловна. С миру по нитке получится ткань, с каждого это малая дань. С миру по нитке готов прочный плащ, не страшен ненастья дождливого плач. С миру по нитке и сшили пальто, и человеку в нем будет тепло. С миру по нитке, а вот и броня, нам ведь не жалко нитки, друзья. В словаре мы читаем: благотворительность — это проявление сострадания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на помощь к неимущему. В России благотворительность, связанная воедино с милосердием и личным духовным возрастанием, подразумевала следование Евангелию и соблюдение второй заповеди, данных Христом: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Русский благотворитель в стремлении творить добро выступал как человеколюбец, а в умении видеть в каждом подопечном образ Божий становился христолюбцем. Значение его милостыни зависело не от количества средств, а от внутреннего чувства, с которым она приносилась. Потому как две лепты бедной вдовицы оказались в глазах Божьих во много раз ценнее жертвы на храм богатых людей. Русская благотворительность основывалась на бескорыстии: «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Русская благотворительность основывалась и на бесславии: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне».
Первыми историческими свидетельствами о благотворительности Древней Руси принято считать договоры князя Олега, 911 год, и князя Игоря, 945 год, с Византией о выкупе пленных, упоминаемые в повести временных лет. Началом благотворительной деятельности в России принято считать 988 год, год крещения Руси. Давайте вспомним известных русских князей, которые пеклись о благе народа. Владимир Святославович, Ярослав Владимирович, Владимир Мономах и Федор Тищев. Следующие правители России, искореняя профессиональное нищенство, вместе с тем продолжали заботиться об истинно нуждающихся. Строились госпитали, храмы, богадельни, детские дома для незаконнорожденных и душевнобольных. А во время войн особой заботой окружали раненых. Не случайно первых медсестер называли сестры милосердия. Меценатство – это материальная или иная другая безвозмездная поддержка физических лиц, оказываемая организациями, а также представителями культуры и искусства. Своим происхождением слово обязано реальному историческому лицу. Древнеримский государственный деятель и покровитель искусств Гай Цильный меценат. Вот чье имя стало нарицательным. Русское меценатство особенное. Это организационная деятельность предпринимателя, направленная на изменение образа жизни русских людей через организацию и развитие общественных институтов, связанных с образованием, культурой и духовной жизнью населения России. В программу развития русских меценатов всегда входила забота не только о теле и сознании русских людей. Особой заботой русских меценатов была душа русского человека. Все, что мы отдаем, возвращается вновь. Возвращается вера, надежда, любовь. Возвращается больше, чем вдвое и втрое. Чтоб понять мы смогли, что даяние такое. Отдаю не за тем, чтоб потом получить. Не даю не за тем, чтоб потом укорить. Отдаю просто так, от души и для счастья. Потому что тебя хочу быть малую частью. Выше счастья не знал, чем себя отдавать. Безнадежный ответ, в этом вся благодать. Нет ни торг, ни базар, и ни тонкость расчета, ни надежда, внимание, что привлечете. Отдавать, потому что желание есть. Отдавать, потому что даяние — честь. Мы помогаем другим, потому что нам хочется это делать. Мы не отдаем долг, мы делаем сознательный выбор. Поэтому процесс оказания помощи должен приносить радость нам самим. Прикасаясь к проблемам, в которых и так много сложного и часто даже трагичного, не надо усугублять ситуацию своим к ней отношением. Надо стараться нести свет, как это делали многие меценаты России, имена которых будет история помнить во все времена. Это и граф Александр Сергеевич Строганов, и граф Николай Петрович Шереметьев. Воспитанные на истинно православных традициях, русские предприниматели-меценаты считали, что богатство дается Богом, а значит, за него нужно нести ответственность. Третьяковская галерея носит имя своего основателя, московского купца Павла Михайловича Третьякова. На протяжении многих лет Третьяков покупал лучшие картины русских художников и работы старых русских мастеров, иконы, поддерживал передвижников. Сначала коллекция размещалась в жилых комнатах Павла Михайловича. Затем к дому пристроили галерею, которая в 1881 году стала свободна для посещения. В 1892 году Третьяков передал в дар Москве свою знаменитую галерею. Также Автоломенко Владимир передал на благотворительность свою картину «Ветка персика». Каплин Михаил передает на благотворительность свою картину «Ангелочек». Иванович Мамонтов, представитель известной династии, является основателем и строителем крупнейших железнодорожных магистралей России. Он не стремился к известности и совершенно равнодушно относился к наградам. Единственной его страстью была любовь к искусству. Савва Иванович был глубоко творческой натурой, и занятие предпринимательством его очень тяготило. По мнению современников, он сам мог стать и великолепным оперным певцом. Ему даже предлагали выступать на сцене итальянского оперного театра и скульптором. Своё имение Абрамцево он превратил в гостеприимный дом для русских художников.
Здесь постоянно бывали Врубель, Репин, Васнецов, Серов, а также Шаляпин. Доминика Циполи, фугетта ре минор, исполняет Генриетта Рашидова. Морозов – удивительный по скромности меценат, который помогал художественному театру при условии, что его имя не будет упоминаться по этому поводу в газетах. И остальные представители этой династии оказывали неоценимую помощь в развитии культуры и искусства. Савва увлекался русским декоративно-прикладным искусством. Собранная им коллекция составила центр кустарного музея в Москве. Савва Тимофеевич был покровителем никому неизвестного тогда Марка Шагала. А сейчас младший хор Домисолька гимназии номер 6. Светлый праздник Рождества. Руководитель Исаева Татьяна Анатольевна. Свечи, говорите в этот вечер.
и в современной России. Так, например, Елизавета Глинка, известная всем как доктор Лиза, в 2007 году в Москве основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», которая оказывает материальную поддержку и предоставляет врачебную помощь умирающим онкологическим больным, малообеспеченным больным неонкологического профиля, а также бездомным. Начиная с 2015 года, во время войны в Сирии, Елизавета Глинка неоднократно посещала территорию страны с гуманитарными миссиями, занималась доставкой и распределением лекарств, а организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению Сирии. 25 декабря 2016 года доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Известный артист Константин Хабенский в 2008 году создал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. На данный момент Константин Хабенский спас около 150 детей от рака головного мозга. Пока человек чувствует боль, он жив. Пока человек чувствует чужую боль, он человек. Давайте же творить добро, чтоб без корысти и без лести, и в каждый дом придет тепло, жизнь станет чище, интересней. Спасибо, ребята. Мы благодарим вас за содержательное выступление и просим продолжить встречу нашего настоятеля, протоиерея Андрея Дашевского. Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня попытались сделать такой добрый почин. Вспомнить историю благотворительности, то есть историю доброделания. Но и наша Тихорецкая земля, она тоже в своей истории знает людей, которые оказывали помощь другим людям, помощь в создании, в том числе храмов у нас в городе Тихорецке и в Тихорецком районе. Наверное, и их имена, я вот сейчас посидел, подумал, нужно будет в следующей нашей встрече через год тоже включить в этот список народной памяти. И это будет справедливо, по-моему, да? Но дело в том, что только если вспоминать людей, ушедших из этой жизни, это правильно. Но ведь хорошо еще людям сказать спасибо тогда, когда они рядом. Вот мы подумали и решили несколько человек, активно принимающих участие в жизни нашего прихода, поблагодарить за их активную христианскую и человеческую позицию. И вот первые слова благодарности от нашего прихода мы хотим сказать Татьяне Ивановне Слюсаренко, директору Тихорецкой типографии. Конечно, она не доктор Лиза, не тем более Сава Морозов, больших средств не имеет. Но ведь не случайно дети обратили внимание, что добро измеряется не количеством, а качеством отношения. И вот те две лепты, которые вдовица принесла, пожертвовала на храм, а кто, может быть, не совсем знает этот евангельский сюжет, я напомню, что когда Христос со своими учениками стоял около храма, он видел разных людей, проходивших и опускавших
определенные средства на пожертвование храма. И вот он потом задал вопрос ученикам. После того, когда эта бедная женщина бросила две мелких монеты, лепту, мелкая монета. Как вы думаете, кто больше пожертвовал? И ученики растерялись. И он, не дожидаясь этих ответов, понимая, что они скажут неправильно, будут мерить человеческими категориями, сказал, вот эта вдовица, вот эта бедная женщина. Это я не на вас показываю. Вот, я вот сюда, просто в пол. Значит, о чем речь? И Христос объяснил. Потому что те дали от прибыли своей, а она отдала все, что имела. Чувствуете разницу, да? Или что упало с воза, и воз дальше поехал, и тот, кто вез, не заметил. Или человек отдал самое необходимое. Вот это и есть настоящая благотворительность. Не потому что все, а потому что отдал столько, что самому было чувствительно. И вот Татьяна Ивановна одна из таких. Типография небольшая, не крупная, но она всегда отзывается на наши просьбы, нужды, напечатать ту или иную продукцию, тот или иной буклет, или что-то такое необходимое для храма. Причем делает это быстро, качественно и всегда безвозмездно. Татьяна Ивановна, причем это не последний год. Ну, по крайней мере, я здесь 15 лет уже настоятель, а знаю, что и раньше это было. 15 лет при моем настоятельстве – это из года в год. Человек тихо, скромно, смиренно оказывает нам помощь, и мы к своему стыду ни разу не сказали вот так вот спасибо. Сегодня мы исправляемся. Поскольку вы печатаете продукцию, вам хорошего полиграфического издания, книгу «Непознанный мир веры», очень хорошая книга, хорошего содержания, ну и православный календарь на будущий год. Помощи Божьего, и чтобы ваше предприятие развивалось, родилось Господь. Знаете, в Писании сказано, не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это правильно. До конца эту ставшую поговоркой мысль Священного Писания знают сегодня немногие. Все предпочитают только первую фразу. Не хлебом единым будет жив человек. А что дальше, даже и не знают, чем ты должен жить. Но мы сегодня позволим себе не то чтобы перефраз, а остановиться именно на первой фразе. Биологический человек жив, пока ему есть что кушать. И вот один из тех людей, который поддерживает жизнеспособность нашего прихода, дабы мы могли передвигать ноги, это Андрей Харитонович Зотов. Андрей Харитонович, я знаю, что вы скромнейший человек. Вы всегда к праздникам храмовому, Рождества Христова, Пасхи Христовой, всегда нам оказываете помощь именно результатами своего фермерского труда. Оказывайте не лично нам, священникам, а людям, которые, и нам тоже, конечно, но и людям тем, которые бывают у нас на празднике. Они с благодарностью всегда это принимают, просто не всегда знают того, кто эту помощь скромно оказывает. Дорогие друзья, я представляю Андрея Харитоновича Зотова и благодарю его. Помощи Божьей и успехов ваших трудах. Здоровья. Знаете, век сегодня информационных технологий. И печатная продукция, конечно, это важное место в жизни человека. Но скорость распространения информации, нравится нам это или не нравится, она идет через новые средства коммуникации. Это интернет-пространство, медиапространство. Видите, я тоже научился
непонятным языком выражаться. У нас есть сайт Одесского прихода, где отражается жизнь нашего прихода. История отражена нашего прихода. Те события, которые происходят, в том числе и какие-то обращения к прихожанам, которые пользуются этими современными технологиями. И, как вы понимаете, все это требует всегда поддержания, заботы, наполнения. А значит, чего? Времени, да? Времени. И вот уже долгие годы наш сайт оформляет, разрабатывает, поддерживает Светлана Каплина. Света, иди сюда. Сюда. Безвозмездно, всегда быстро, всегда с душой, а ведь мама благодетная. Вот. Успевает и дома трудиться, поддерживать чистоте, и сыновей растить, вот, и мужу в небольшом частном бизнесе, так сказать, тоже помогать. Свет, я вам дарю иконочку Спиридона Тримифунского, который считается в том числе покровителем предпринимательства. Почему? Потому что он как святитель Николай, а не современники, более того, духовные братья Саши, которые знали, общались друг с другом. Тоже помогал людям в трудную минуту жизни. Помогал в том числе и предпринимателям. Известно, что одному, как вы сегодня сказали, фермеру, вот, когда у него получилась задолженность по кредиту, так вот, на современный язык житие перевожу, брать под проценты он большие не мог, он обратился к Спиридону Тримифунскому помочь спасти его от голода. И Спиридон Тримифунский дал ему деньги, золото. И когда он сказал, какую расписку, что, говорит, ничего не надо, принесешь, говорит, когда ты сказал, через год принесешь. И вот через год он приносит, отдает Спиридону Тримифунскому это золото. Спиридон берет это золото, бросает его на землю, и оно превращается в змею. Вот. Это напоминание предпринимателям о том, что не нужно прилепляться, ну, не тебе, я вообще говорю о Спиридоне Тримифунском, что не нужно прилепляться к тому, что мы имеем. Нужно помнить о том, что действительно, как говорилось сегодня в презентации, что все нам дано Богом. У Бога мы взяли все взаймы, начиная от нашей жизни. К Богу все должно и вернуться, в том числе и наша жизнь. Как сказано было еще в Екклесиастах, в Ветхом Завете, душа, дух отходит к Богу, который дал его, а тело в землю, из которой вышли. И вот мне сейчас вот, я так долго немножко светил, мучил, пришла мысль, когда я смотрел про доктора Лизу, и напомнили, что она погибла 25 декабря, а это день памяти Спиридона Тримифунского. А давайте каждый год, 25 декабря, будем праздновать день христианского благотворителя на нашем приходе. И начинаем с себя, Свет. У нас есть еще один скромный человек. Я поступлю сейчас, вопреки его пожеланиям, по одной простой причине, что так я поступил по отношению ко всем, кого я сюда приглашал, они не знали, зачем я сюда позвал. Говорят, человек сильным становится тогда, силу духовную человека сравнивают с металлом.
сталь, да, стальной характер, сталь, закалка. Все это сопровождает личность человека, когда человек становится личностью. И вот у нас тоже есть человек один, который связан с работой с металлом, да и организация его «Металлсервис» называется. Сергей Владимирович Бакаев. Я прошу вас все-таки сегодня. Человек, который тоже не один год нам помогал своим материальным участием, приобщал своих сотрудников. А ведь, когда люди приходят лишний раз к нам, даже снять замеры, мы все равно с ними общаемся. Вот. И как-то, знаете, напряжение между обществом и священнослужителями, верующими людьми, оно начинает как бы немножечко, знаете, сглаживаться. Это тоже определенная миссионерская работа. Сергей Владимирович и сам прихожанин нашего храма, регулярное прихожанин нашего храма, вы все прекрасно его знаете, это тот прихожанин, которого не назовешь подсвечником. Знаете, о чем я говорю, да? Который приходит только по праздникам, в храме станут со свечкой. Вместо подсвечника, вместо того, чтобы подставить его на подсвечник. Он сам стоит подсвечником, потому что не знает больше, что ему делать. Вот. Так вот, Сергей Владимирович, это не подсвечник. Это прихожанин храма, добрый человек, вот, благотворитель, помощник. Сергей Владимирович, я желаю, чтобы у вас было стальное здоровье, которое нам всегда хватает, чтобы вы с крепкими стальными нервами переносили те, ну скажем, трудности психологического характера, которые каждому из нас в нашей жизни приходят. Вот. И пусть эта книга «Дипозные миллионеры» укрепляет вас. Ну и православный календарь. Ну, наверное, как это, по-евангельски, первое чудо Христос совершил в Кане Галилейской, когда из воды сделал вино. И ученики, и распорядитель пира спросили, а почему, говорит, положено сначала лучшее, а потом худшее, когда упьются, сказали, да? Вот. Но поскольку я священник, я решил поступить по-евангельски. Лучшее, вот, скажем, на сладкое, на десерт. Я хочу еще пригласить Александра Ивановича Фендрикова. Наш город родился благодаря развитию железнодорожного сообщения. Благодаря станции и первым городообразующим предприятиям, которое появилось в нашем городе, это было локомотивное депо, на месте которого затем появился, выросло, которое разрослось, выросло, или сказать правильно, не локомотивное депо, а ремонтные мастерские, да, на базе которых потом вырос, развился завод машиностроения, который мы все прекрасно с вами знаем. Правда, я не знаю, какое отношение Воровский к нему лично имел. Вот, тут у меня пробел в информации. Вот, но, по крайней мере, называется в честь него. Александр Иванович тоже прихожанин нашего храма. Может быть, не так часто он бывает. Он поддерживает отношения со многими священнослужителями, со многими приходами. Это благотворитель, пусть и не Сава Морозов, вот, но, скажем, такого районного, как минимум, уровня, да нет, не районного, я, наверное, ошибаюсь, а такого все-таки российского уровня, потому что он помогал в строительстве и возрождении многих христианских храмов и святынь не только вот Тихорецкого района и ближайших районов, но и в других регионах. Монастыри, храмы, он по возможности даже в сложные времена вот тех лихих 90-х, когда, сами понимаете, как жилось, да, помню, вот, что сейчас можем назвать относительной стабильностью, Александр Иванович всегда находил
понимание, что человек становится человеком, когда он не биологическая потребительская машина, что без души, питающихся Духом Божьим, человек быстро омерщвляется и становится потребителем. Именно поэтому он помогал строительству, ремонтам многих храмов, в том числе и нашего храма. Во время капитального ремонта 2009-2011 года, во время строительства, начала строительства вот этого духовно-образовательного центра, вот, ну я уж не буду там, в Павловской, пускай отдельно скажу спасибо, в Кущевской и в других районах, вот, я хочу сказать от себя большое вам спасибо за помощь, поддержку, человеческое участие, которое выражается не только материальной подпиской жизни прихода. Самое главное, что мы отдаем, это время. А время – это жизнь. Вот. Когда время остановится, то заканчивается человеческая жизнь. И вот уметь дать частичку своего времени другим, Богу, это и есть высшее искусство и предназначение человека, о чем сегодня говорили мы. Ведь много бывает помощников, знаете, которых я не назвал благотворителем. Когда человек что-то дал, ну дал это с гордостью, дал от избытка своего, иногда под давлением общественности или распоряжения вышестоящего начальствования. Это вымученная добродетель. И она добродетелю не является. А вот когда человек согрел ее своими руками, оторвал его от своего времени, от себя, поучаствовал, поддержал кого-то, вот это тогда есть, вот скажем, доктор Лиза, да, или Хабенский. Ведь мало организовать, собрать средства. Нужно же на это время свое потратить, оторвать от семьи, вот, от отдыха своего, от возможности лишний раз где-то поехать в санаторий и подлечиться. Вот Александр Иванович, ну как и другие тоже, именно такой человек. Александр Иванович, большое вам спасибо. Но поскольку вы, с моей точки зрения, меценат всероссийского уровня, я по поручению правления благотворительного фонда святителя Николая Чудотворца, благотворительного фонда святителя Николая Чудотворца, от их имени и по поручению, как говорят, награждаю вас орденом святителя Николая Чудотворца. Это большой знак ордена, который на праздничный ваш китель. А это маленький знак ордена, который крепится на лацкане повседневного вашего пиджака, рабочей одежды. Вот я желаю, чтобы повседневный был всегда на рабочем вашем лацкане. И пускай святитель Николай будет вам помощником в ваших трудах, в вашей жизни. Ну и как положено к ордену, я зачитаю диплом. Значит, во внимание к делам милосердия и благотворительной деятельности Фендриков Александр Иванович награждается орденом святителя Николая, архиепископа Мир Ликийского Чудотворца. Решение правления благотворительного фонда святителя Николая Чудотворца от 19 февраля сего года. Подписались председатель правления Быков Алексей Андрей Юрьевич и духовник фонда иеромонах Михаил Черь. Да. Поэтому, пожалуйста. Как человеку, руководящему большим предприятием, я вручаю вам ежедневник с вензелем патриарха Кирилла Патриаршей и календарь на стены на будущий год.
Есть добрая традиция праздничные мероприятия оканчивать словами благодарности Богу и всем участникам, в том числе и вам, дорогие присутствующие в этом зале. Потому что, хоть мы сегодня наградили немного людей, радость была бы не полной, если бы вот только они сидели в этом зале. Когда награда все-таки вручается и слова благодарности произносятся, как в армии говорят, перед строем или перед обществом, представителем общества, конечно, это тоже имеет большое значение. Поэтому я вас всех благодарю за то, что и вы сегодня стали маленькими благотворителями, уделив часть своего драгоценного предпраздничного времени на наше мероприятие. И поэтому закончим его словами пожелания многих и благих вам лет. Отец Павел. Благодетельное имение жития, здравия же спасения, и во всем благое поспешение по наш Господи, всем, всем присутствующим, благотворителям, благоукрасителям, жертвователям, и всем всепредстоящим, за чадами, со сродниками их, и сохрани их на многое лето. Каждый год такой праздник, и пение наше будет тоже благозвучное.